Я многих воров повидал на своем веку, но никого не видел лучше себя. Это наш новый рек. Я говорю. Только бы это не было очередной тратой ресурсов гильдии, принял. Прежде чем мы продолжим, я хочу кое-что прояснить. Если ты играешь по правилам, ты становишься богаче. Если нарушаешь правила, теряешь свою долю. Никаких споров и разговоров. Просто делай, что мы сожги, там скажем. Я ясно выражаюсь? Хорошо. Тогда пора проверить твои умения в деле. Погоди-ка, ты не о Златоцвете, а? Даже малышка Векс не смогла туда пробраться. Ты утверждаешь, что новый рекрут обладает должным талантом. Если так, пусть докажет. Поместье Златоцвет крайне важно для одного из наших крупнейших заказчиков. Однако владелец внезапно решил вести дела сам и отказаться от наших услуг. Следует преподать ему урок. Ньольф посвятит тебя... Мерсер, ты ничего не забыл? Да. Поскольку Ньольф уверяет меня, что ты принесешь нам исключительно выгоды, мы принимаем тебя. Добро пожаловать в гильдию воров. Добро пожаловать в семью, парень. Я надеюсь, что ты нам принесешь много денег. Не разочаруй меня. Просто делай, что говорят, и не морай клинок. Убийство денег не приносит. Поговори с Делвином Мэлори и Векс. Они тут в курсе всего и могут подкинуть тебе работу, если будет нужно. Да, и поговори с Танилой во Фляне. Она тебе выдаст новые доспехи. Поместье Златоцвет — это пасека. Они там разводят пчел и делают мед. Оно принадлежит одному болтливому лесному эльфу по имени Оренгот. Нужно преподать ему урок. Сжечь там три улья и обчистить сейф в доме. Подвох в том, чтобы не сжигать все поместье дотла. Важный клиент, о котором говорил Мерсер, этого не потерпит. Да, меньше всего нам нужно злить своих клиентов. Мавин хочет, чтобы Оренгот остался жив. Но если он будет тебе мешать, можешь его убить. Это все очень важно для гильдии. Не выставляй меня дураком, не облажайся. Да, он мне знаком, прячется в муравейнике. Платит нам хорошие деньги, чтобы никто об этом не узнал. Береги себя на этом острове. Наемники пленных не берут. Я прямо за тобой. Ладно, что мне понести?
Веди. Подойди на секунду. Я научу тебя всему, что знаю сам. Мед, который они делают на этом островке, идет на черноверисковую медовуху. Считай лучшую во всем Скайриме. Если захочешь поучиться стрелять из лука, найди меня. Характер у тебя крутой. Это я уважаю. Приносишь гильдии много денег. Имя наше не срамишь. Ты это... Обращайся, если что нужно будет. Я к ним пришел где-то... лет 10 тому. Небольшой клан. Человек 20. Мы нападали на деревни, грабили караваны. Но им прям нравилось убивать. Не пойми меня неправильно. Первые пару лет с кланом были лучшими годами в моей жизни. Можно было жрать до отвала, пить до одури, тащить в кусты любую бабу. Как-то весной мы напали на караван. Пара повозок, вроде как крестьяне, переезжали на новое место. Они не больно-то и сопротивлялись. Пара мужиков всего. Остались только бабы и дети. Тогда вождь нашего клана, Гартек,
Он приказал их всех убить. Нет, обычно мы их отпускали. Я отказался. И Гарт их приказал пришить и меня заодно. По счастью, у меня в клане уже были друзья, которые встали на мою сторону. Мы рвали друг друга на куски. Когда все кончилось, оставшиеся просто пошли себе в разные стороны. Я ставил его башку на пике посереть разграбленного каравана. Не знаю, что стало с остальными выжившими из клана. Небось, устроились где-то, как и я. Я к ним пришел где-то лет 10 тому. Ты тут многим нравишься. И мне тоже. До новых встреч. Просто хотел тебе об этом сказать. Так это ты протеже Бринильфа, да? По мне, ничего особого ты из себя не представляешь. Хм, пожалуй, я могу поработать с твоим лицом. В конце концов, у скульптора не всегда есть возможность лепить из лучшей глины. Судя по твоему лицу, тебе нужна моя помощь, чтобы вылепить из него нечто более изящное, чем то, что даровала тебе природа. Так ты хочешь стать моим клиентом? Переделать тебе лицо?
Конечно. Непростое решение лечь под нож скульптора плоти. Я не всегда была жалкой нищенкой. Я училась своему искусству у настоящих мастеров живой скульптуры. Я училась на факультете хирургии в Клаудресте. Я 3 года странствовала с пустоликими на Хатогры. Среди моих клиентов аристократы Империи и Доминиона. И все же я пала так низко. И теперь я просто блуждаю по коллекторам этого мирового отстойника. До встречи. Бриньёльф, да? Ха. Дай подумаю. Он тебя подобрал на улице и засунул в самое пекло, даже не объяснив, где верх, где низ. И я прав? Видишь, такой подход годится для того, кто хочет разбогатеть и еще успеть все потратить в свое удовольствие. Мы отлично сработаемся. Так что, если не боишься, у меня много разной работы, которая поможет гильдии снова встать на ноги. Посмотри вокруг. Фляга, гильдия, все разваливается. 30 лет назад тут было народу, как в имперском городе. А теперь считай, что тебе повезло, если на злокрысы не наступишь. Слушай, народ, конечно, считает, что я просто чокнулся, но я тебе прямо скажу. Кто-то или что-то жутко злится на нас. Не знаю, что это за сила, но она выше нас с тобой. Нас прокляли. Я тебе скажу, что делать. Мы плюнем в морду этому проклятию и все тут изменим. Вернем старые добрые времена. Вот ты-то как раз этим и займешься. У меня полно работы, которая поможет нам снова встать на ноги. Ты только спроси, и в итоге вылезем мы из этого дерьма, благоухая, как розы. Береги себя. Рингот нанял опытных убийц. Можешь спросить у бедняжки Векс. Нужно больше работать, иначе гильдия расти не будет. Даже если ты самый, что не есть свой, проблем никому создавать не стоит. Мне плевать, даже если вы не разлей вода с главой гильдии. Я тебе все равно череп проломлю, если мне что-то не понравится. Кувалду? Ага. Этот кретин работает на Мавин Черный Вереск. Бросил меня в этой помойке. Впрочем, язык у него всегда был неплохо подвешен. А у меня всегда из этого одни неприятности выходят. До встречи. Мы все следим за тобой, парень. Прежде чем мы начнем, хочу тебе кое-что объяснить. Первое. Я лучший специалист по замкам в гильдии. Так что если мечтаешь меня заменить, можешь даже не надеяться. И второе. Ты делаешь точно то, что я говорю. Без вопросов, нытья и оправданий. Тогда мы поймем друг друга. Хорошо. Так, тебе пора испытать себя в деле. А у меня слишком мало времени, так что на посторонние темы не отвлекайся. Я не собираюсь тебе врать. Дела наши хуже некуда. Кто знает, старик Делвин думает, что нас прокляли, а я думаю, что он рехнулся. Как по мне, так нам просто не везет. Можешь заняться делом и начать отвоевывать наш авторитет, чтобы народ боялся нас, как в былые времена. И в процессе заработаешь немного деньжат. Как тебе такие условия, а? Ладно, но если попадешься, меня не вини. Да уж. Этот лесной эльф, он оказался куда умнее, чем я думала. Ты не поверишь, но этот ушлепок набрал себе охрану. Там их 8, не меньше. Он словно только и ждет, что мы к нему заявимся.
Ну, на северо-западной стороне острова есть старый сточный тоннель, который выходит к озеру. Я проникла туда через него. Вряд ли он охраняется. Выше голову! Кругом полно золота, которое так и просится в карман. Мы все следим за тобой, парень. Не разочаруй нас. Хочешь поработать? Или так и будешь целый день тут слоняться? Мы все следим за тобой, парень. Не разочаруй нас. Даже если ты что не есть свой, проблем никому создавать не стоит. Золото нужно? У меня есть для тебя работа. Видеть, друг мой. Никогда не забуду, что обязан тебе спасением от этих маньяков, Далмарцы. Рад снова тебя Мы все следим за тобой, парень. Не разочаруй нас. Так это ты? Чогда? Что ж, значит, мы с тобой очень близко познакомимся. Я тут скупщик. Захочешь продать то, что тебе не очень принадлежит, я тебе заплачу. Само собой, придется отдать небольшой процент гильдии. Я могу еще продать кое-что полезное людям нашей профессии, недорого. Конечно, могу попросить могильщика тебя вырубить и бросить в цистерну. Как тебе? Слушай, я в этом деле уже давно, и я всяких навидалась. Крутые парни, хитрые девчонки, мне без разницы. В конце концов, ты поймешь, что тут нас волнует только одно. Сколько золота ты приносишь? Хорошо, значит, больше не о чем говорить. Вот твои доспехи. Надеюсь, они тебе пригодятся. У меня есть деньги, есть товары. Думаю, мы договоримся.
Теперь прости, мне пора. Мы все следим за тобой, парень. Не разочаруй нас. Украшение легендарных аргнянских юг. Хочешь посмотреть, как Балимунд творит чудеса из стали, да? Что привело тебя к Балимунду сегодня? Хочешь что-то починить? Или купить чего? Я продаю чудесные... Хочешь быть как я? Хорошо. Сверкающие самоцветы. Кузнечное дело уже много поколений в нашей крови. Своим успехом я обязан своим предкам и секрету их пламени. Все дело в моем горне. Я добавляю туда огненную соль. Это необычный минерал. Жар дает такой, словно раскаленная лава Красной горы. Еще бы. Только вот кузница, увы, умирает. Я последнюю соль недавно использовал. Если я не добуду соли, горн может остыть. Правда? Спасибо. Чтобы оживить кузницу, мне вполне хватит 10 щепоток огненной соли. Я продаю чудес. Запомни, подает только... И сверкающие самоцветы. Овощи хрустящие, как зимний снежок. Лучше.
лучшие украшения.
чернильниц, камень, ведро, книга, нож. Безнадежно. Он сам мне сказал. И знаешь, он прав. Нож, да. Книга, да. Ведро, да. Чернильница, нет. Чернильница. Камень, ведро, книга, нож. Нет, не найдешь меня. Это не я. Я не Эспер. Не знаю, о чем ты говоришь. О, просто прекрасно. Ты, скорее всего, работаешь на Талмаса. И это уловка, чтобы я открыл дверь. Все-таки жива. Входи и расскажи, как тебе удалось меня найти и что тебе нужно. Не найдешь. Сейчас, сейчас, секунду. Вечно он заедает. Вот. Сейчас, еще парочку. Ведро, нож, книга, чернильница, камень. Нет, нет. Вот и все. Проходи. Чувствуй себя как дома. Так лучше. Теперь можно поговорить. Значит, Дельфина все эти годы продолжает сражаться? Я думал, она уже поняла, что это бессмысленно. Я пытался ей объяснить много лет назад. Что? Неужели еще непонятно? Что еще должно случиться, чтобы вы все проснулись и поняли, что происходит? Алдуин вернулся, все прямо по пророчеству. Дракон начала времен, который пожирает души мертвых. Никто не сбежит от него, здесь или в мире ином. Алдуин пожрет всех, и наступит конец света. Ничто его не остановит. Я пытался им объяснить, но они не слушали. Глупцы, все сбылось. А я мог только смотреть, как приближается наш конец. Да, да,
Видишь, ты знаешь, но отказываешься понимать. О, да, все это было предсказано. Начало конца. Алдуин вернулся. Только драконорожденный, Давакин, может его остановить. Но уже много веков никто не видел драконорожденного. Кажется, боги просто устали от нас. Они оставили нас на съедение Алдуину, пожирателю мира. Что? Ты? Неужели правда? Давакин? Тогда есть надежда. Боги не оставили нас. Мы должны идти. Быстрее. Отведи меня к Дельфине. Нам нужно многое обсудить. Секундочку. Одну минутку. Нужно кое-что взять. Это мусорная вещь. Нет, это мусор. Где же мой ануат с комментариями? Я понимаю, что время не ждет. Даже оставлять все наши секреты Далмарцам. Надо все... Тебе что-то нужно? Тут кто-нибудь есть? Был холодный день. Конец месяца, начало мороза. Уже почти зима. Сколько раз вас можно? Вести к нам в храм Учителя облаков принес обрывавшийся гонец из Эйберского города.
30-е начало мороза. 170. В тот день началась Великая война. Талмарский посол принес императору Титу Миду своеобразный ультиматум. Головы всех клинков, что служили Вальмерту. Туговат на правое ухо. Был холодный день. Конец месяца, начало морозов. Уже почти зима в Джирольских горах. Вести к нам в храм повелителя облаков принес запыхавшийся гонец из имперского города. 30-е начало морозов, 171 год, 30 лет назад. В тот день началась Великая война. Талмарский посол принес императору Титу Миду своеобразный ультиматум. Головы всех клинков, что служили в Альдмерском доминионе. В тот день я понял, что это начало конца. Она тебе не сказала? Мы были клинками в прежние времена, когда это еще что-то значило. Теперь мы просто прячемся от Талмара. Я не знал, что она еще жива, но я не удивлен. У нее железный характер. Нет. Нам нельзя останавливаться. А? Что ты говоришь? Они с самого начала Великой войны охотились на клинков. Если ты обо мне лично, может быть, они начали понимать, что значит возвращение драконов. Не думаю, что они жаждут конца света больше, чем мы. По крайней мере, они хотят, чтобы светопредставление прошло по их сценарию. Нам нельзя останавливаться.
по-быстрому. Ну, чего надо? Хочешь поговорить? Ну, давай. Я тебя прикрою.